когда еду за рулем, мне надо посмотреть, какая там будет норма и сколько по норме у вас часов будет. Ну хорошо, перезвони мне тогда. Я сегодня не перезвоню, я максимум, если приеду на работу вечером, как я приеду с Череповца? Может, как раз вы тогда будете сдаваться, вы же сегодня в день вроде, да? Ты, может, меня увидишь, подойдешь ко мне. Я когда буду сдаваться, я вам в группе напишу, чтобы подошли, потому что я просто, видишь, не знаю, когда я вернусь с Череповца, я сегодня сама за рулем. Ладно, поехали. Идите налево. Алло. Алло, Ольга Юрьевна, здравствуй. Здравствуй. Слушай, это Демида. Ну. Оля, мне на отгул 19-го, да? Толя, я сейчас за рулем, и пока я вечером в Череповца не приеду, я тебе ничего не дам. Вечером давайте как-то поговорим на эту тему. Я вообще вот сейчас не готова. Все, извиняюсь, позвоню вечером. Всем начинаю, все надо. Скажи привет. Привет. Он говорит, тебе хватит места лето двинуть сиденье? Мне. Это он со мной руку вынул. Стас, сядь нормально с ремнем, ремень одень нормально, как положено. Руку под ремень. Руку под ремень. Нет, не отстегивайся, руку не под ремень. Не отстегивайся, руку под ремень. Левую. Ты зачем вынул? Так. Смотрите, ага. Все убрать. Давай, убирай эти, Юрий, документы обратно. Спасибо. Давай, да положи. Только... Нет, в этом месяце. В этом месяце. Подожди, они что, на две недели только приезжали? Ну, видимо, да, часов 2 числа сразу он ездил. А тогда звонишь, если в этом месяце, звонишь в группу учета и просто просишь, чтобы она мне звонила. А? Она мне и звонила, и Громов. И каждый раз это самое, я такая сижу, говорю, если не рукой, и она не появится, и дома. Хорошо, когда ты слышишь. Поднимаемся наверх, кто-нибудь из дежурных. Маша, кого он тут помнит? Центр, иди. Сейчас развернемся. Да, прямо. Здесь же вибра. Куда заехать? Деньги два в одном, да? Да-да-да. Тихонечко, оставим, будет внутри? Не, я... Ну, бери, только сейчас выключи, положи мамину сумку. Я моя, что смущаешься?
попросите. Давай, пока-пока. Удачи. Правильно, в город. Куда мы в какой город едем? Ярослав. В Ярослав. Ярославль. Тут вот. Вот дома. Кофту-то снять, Стасик, надо. Пожалуйста. Мы сейчас пока попаем в магазин. А как у тебя есть какие-то данные нужно? У тебя, скажи мне, чтобы удостоверить, чтобы правильно. Так вот, у меня добро, как у тебя будет. Это я слишком. У меня меньше всего сайсов. Но нет, Стас, никогда не будет. Или... Поиграй, я, кстати, сразу. У тебя вкусная точка и Макдональдс, и Ема в бумаге. Поставь кругленькая сумма. Дорогу. Откружаю. Аккуратнее. Вот крузок, а вот три палки. Это картошка фри. Ну, вот, палки и крузок. Находим. А вот идет Санцев. Он проиграет. О, солнце пахнет. Мы приехали в Черкодес. Здорово. Выберите тот, кто любит. Выбирайте тот, кто любит. Не работает. Не работает. Подождем. Подождем. Тут не видно. Давайте подождем. Так, будет очередь, и я буду... Свой заказ делать себе новое комбо. Стасиное комбо. Вот, вот, вот это. Вот это. Вот это комбо. Вот из комбо. Вот компы. Тут вот, ну, не знаю, то это тут. Чевиза. Тут спальня. Ну, вот это. Как это без двух дверей? Например, ванна. А вторых? Туалет. Обзор квартиры делаешь, да? Да. Мы пошли кусать. Вот видите, чипсы. Ай, хэп. Смотрите, на кого денег. Смотрите, на кого денег, то у меня все есть. Я купил помощь магнита. Ваня, пусти сколько. У нас на часах 21. Сегодня у меня на видео на часах 21:14. Давайте спать. Всем пока. Продолжение. Свет.